13 сентября в центре Мурманска на площади «Пять углов» в рамках церемонии торжественного открытия гостинично-делового центра «Арктика» состоится гала-концерт фестиваля художественной самодеятельности «Мурманская осень». Посетителей гала-концерта ждут не только любительские выступления земляков. Программа будет включать в себя и номера профессиональных артистов Мурманского колледжа искусств. Кроме того, на мероприятии ожидается выступление специального гостя – шоу Виктора Рыбина и группы «Дюна». Но завершит фестиваль новая песня о столице Заполярья «Мурманск вперед». Вместе с артистами исполнить ее смогут и зрители. Слова песни будут проецироваться на экран у гостиницы «Арктика». Начнется концерт в 19:30. Финал конкурса «Мурманская осень» гала-концерт состоится завтра в 19:30. Прямо на сцене замечательной гостиницы «Арктика», которая завтра торжественно будет открываться. Дорогие друзья, приглашаю вас всех. Будет очень-очень интересно. Вы увидите, какие талантливые люди живут в нашем городе Мурманске. Вас ждет много-много сюрпризов. Приходите, не пожалеете. Я вам это обещаю.